Пойдем дальше. Отступаем. Сажайте, сажайте, помогайте. Ласковое майское утро, дальнее Подмосковье, окрестности поселка Клюквенный. Сюда слетелся десант местных жителей, участников 8-й экологической акции «Лес Победы». Люди высаживали деревья в память о героях Великой Отечественной. Прекрасно сегодня, посадка будет, приживутся оперативно, не на сухую землю. Работали дружно, семьями. Весна! У тебя какая большая. Такая большая! Вырастет, да? Да, пушистая! И чтобы она росла и больше, и больше, и чтобы был густой лес и красивый. Для природы, чтобы дети привыкали, приучались, заботиться, сохранять природу. Я считаю, это очень замечательно, замечательная программа просто. Новый лес станет украшением Клюквенного. Молодые деревья придут на смену тем, которые погубил древесный вредитель. Шаг за шагом участники акции высадили на участке хвойники под присмотром старшего участкового лесничего. Была произведена сплошная санитарная рубка в 2020 году и произведена подготовка почвы для следующей посадки. Были посажены сеянцы сосны. На следующий год будет произведен лесоводственный уход, то есть будет скошена трава, чтобы сосна быстрее поднималась. И после 7 лет мы переведем этот лес, я надеюсь, в лесопокрытую зону. Лесорастительные условия в поселке Клюквенный очень благоприятны для роста сосны, поэтому именно этот вид растения сегодня был выбран для посадки на этой вырубке. Меч Колесова довольно-таки увесистый, хорошее настроение, и вот он, праздник, День Победы. Коллектив весь нашего Огудневского территориального подразделения вышел сегодня совместно с нашими учреждениями, детский сад номер 50, школа, ФОК-2, физкультурный клуб, централизованная клубная система. Все-таки Лес Победы – это святое. 23 человека осталось, это труженики тыла. У меня тоже живет со мной теща, 95 лет, Вера Ивановна Лаврова. На территории площадью 0,8 гектаров мы сегодня посадили 2160 сеянцев сосны. Это стало уже доброй традицией, и ежегодно на всей территории Московской области в лесных массивах проводится такая акция. Дружно поработали, а в награду ароматный чай с бутербродами и выпечкой. Утро удалось. Погода не подкачала. Саженцы хорошие, настроение замечательно, такая, знаете, приятная усталость после работы. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.